Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ завершился знакомством с подразделениями и работой учреждения. Московский инженерно-физический институт был создан в разгар Великой Отечественной войны в 1942 году. В 2008 получил статус Национального исследовательского ядерного университета. В настоящее время он объединяет все образовательные учреждения госкорпорации «Росатом», которые расположены в 12 субъектах Российской Федерации, вблизи всех значимых ядерных объектов России. Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с новейшими направлениями работы Центра нанотехнологий Национального исследовательского ядерного университета. Видите, вам надо будет повесить. А за счет чего повесить? А за счет эффектов взаимодействия электромагнитных полей. И вот магнитные пули выталкивают его, и он парит над воздухом. Что расскажите, происходит? Да. Значит, это установка для лазерного напыления. Вот у нас размещен лазер, и здесь внутри будут как раз вот готовиться вот эти сверхпроводники, но уже такого продвинутого, на лентах, чтобы потом можно было использовать для линии электропередач. Вот сейчас мы пока только отлаживаем все технологии, и вот потом уже перспективы. Ну, дай бог. Да. Говорит, что на 40% да, увеличивается сохранение энергии, да? Или сокращаются потери? Да. Разнообразные уникальные разработки ученых вуза человеку несведущему могут напоминать прочитанные в книгах фантастики. Но научный потенциал исследователей таков, что позволяет уже применять на практике полученные в ходе долгих экспериментов и размышлений неординарные изобретения. Мы можем получить новые материалы с уникальными свойствами, которые используются в электронике. Это транзисторы, изготовленные на основе наногетероструктур для СВЧ электроники. А, это какая-то печать, да? Это литография. Литография. Это можно светом или электронным лучом рисовать картины в фоторезисте. Это монолитная схема, первая в России на высокочастотный диапазон. Применяется для широкополосной связи, радиолокации, спутникового телевидения. В том числе военных целей. Да, и вот такие самолетов, системы безопасности в аэропортах. Только тот, кто обладает вот такой приборной базой, может сделать. То есть, если Россия отстанет в этом деле, то уже разрыв будет не восстановиться. То есть это на самом переднем крае? На самом переднем крае. Это будущее. Дай Бог, какая ответственность. Храни вас Господь, помощи Божией вам в ваших трудах. Да, труды особенно важны. Благословите. Помощи Божией. Со временем инновационные разработки становятся такой же частью нашей жизни, как и другие вполне современные изобретения, уже получившие распространение в быту. Святейший Патриарх Кирилл осмотрел выставку достижений ядерного университета МИФИ, а также пообщался с научными сотрудниками.